Друзья по жизни, коллеги по творчеству. В областной столице открылась выставка «Графики и фотографии». Авторы идеи и экспозиции – московский фотограф, дизайнер и издатель фотокниг Зинов, Максим Букин и тверская художница-реставратор Мария Сахно – давние друзья. Максим 12 лет снимал своего преданного друга и даже издал фотозин «Жил-был пес». Мария 3 года назад, в год собаки, придумала для друзей открытки, на которых тушью, гуашью, тонкой кистью рисовала представителей всех собачьих пород. Так родилась идея объединить разные жанры искусства. Он мне позвонил, говорит, а давай сделаем вот такой проект, соединим мои фотографии, твои картинки. Твоих собак вместе. И я еще так как-то сомневалась, думаю, как же вот графика будет дружить с фотографией. Но вот Максим потрясающий, вот он дизайнер, он еще и делает книги. На выставке представлены 43 черно-белых фотографии и полтора десятка графических миниатюр. И это делает экспозицию удивительно стильной. Как правило, цвет добавляет много лишних отвлекающих элементов. Когда мы видим это все на стене или в книжке, мы подразумеваем некоторый визуальный ряд, который должен соответствовать некоторому единству, такому стилю. И поэтому проще их перевести в ЧБ. Участниками презентации проекта «Друзья» стали третьекурсники Тверского промышленно-экономического колледжа специальности «Техника искусства фотографии». Она даже позабавила, как сам вот художник, очень скромно к этому относится, но я думаю, это большой потенциал. Я жду еще продолжений. Разные точки съемки, ракурсы, очень красивые фотографии. Можно чему-то насмотреться, вдохновиться. На этой необычной выставке действительно можно и насмотреться, и вдохновиться, и поучиться. Каждая работа – это своеобразный мастер-класс больших профессионалов. До 3 ноября в этом могут убедиться жители Твери и гости нашего города. Надежда Семенова, Ирина Успенская, Антон Маслобоев. Вести Тверь.